В музей за впечатлениями воспитанники центра «Шанс» вместе со своими родителями побывали на экскурсии в историко-художественном музее. Здесь, в рамках специального проекта «Почувствуй музей», им провели адаптированную экскурсию и рассказали о пейзажах. Скажите, пожалуйста, а какие еще бывают пейзажи, вот кроме лесных? Морские. Морские, а еще? Горные, да? Воспитанников из центра «Шанс» пригласили на экскурсию по живописи. И это уже не первая встреча сотрудников музея и особенных детей. У нас целый цикл программ, который рассчитан на год. Это адаптированные, более облегченные программы для того, чтобы детям было проще, чтобы они не уставали, чтобы они могли познакомиться или закрепить свои знания в искусстве. Сегодня была группа с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с детским церебральным параличом. И мы говорили о природе, о пейзажах, о морских пейзажах. Дети остались довольны. Им понравилось, многие увлеклись, а мамы сказали, что побывали на море. В музее рядом с некоторыми картинами есть тактильные панели и диффузоры с ароматами. Они помогают детям в прямом смысле почувствовать картину. Во время рассказа о художниках-маринистах они слушали шум волн, крики чаек, гул парохода и скрип песка. Первый раз мы в музее, нам очень понравилось. Понравилась вот интеллектуальная игра. Немножко побывали действительно на море, глядя на картины в нашем музее. Очень спасибо за такую экскурсию. Надеюсь, что будет не один раз придем сюда. Мы приглашаем. Если у вас есть желание поучаствовать в нашем проекте, вы можете обратиться в Центр «Шанс» или в Историко-художественный музей. Мы с большим удовольствием организуем такие встречи. И думаю, что детям это будет очень полезно. Во время экскурсии ребята узнали, как художники рассказывают о событиях, не проронив ни слова. Для этого они используют язык живописи, краски. Нам очень понравилось. Очень понравились картины. Все картины для меня знакомы, потому что с художественными произведениями художественной школы я знакома. Я сама когда-то ходила в художественную школу имени Бузовкина. И для нас это такой значимый проект. И спасибо, что Центр «Шанс» организовывает и вдохновляет нас ходить сюда. Очень приятно было то, что среди детей были те, кто уже был в музее, кто любит наш музей, кто знает уже художников, кто знает наши картины. Двери нашего музея открыты для всех желающих, и мы вас ждем. Подобные встречи с ребятами из Центра «Шанс» музей планирует проводить в течение всего года, так что мальчишки и девчонки смогут увидеть и узнать еще много интересного.